Впервые за 2,5 месяца в Самарской области число заболевших ковидом понемногу идет на спад. Но несмотря на общее снижение показателей, заболеваемость среди людей в возрасте 65+, и детей до года продолжает расти. В целом число пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ на стационарном лечении снизилось на 30%. Сейчас в госпиталях лечится 5000 пациентов. За последний месяц снизилось и общее число вызовов скорой помощи. И вот как ситуацию с коронавирусом в регионе комментирует министр здравоохранения Армен Бинян. В настоящий момент обстановка, связанная с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции, становится все более управляемой. И в том числе благодаря такому важному методу, такой профилактике, как вакцинация, о которой мы говорим сегодня. Безусловно, один этот метод не смог бы добиться, если бы не было важных противоэпидемических мер, тех решений по введению нерабочих дней в регионе, которые были на неделю раньше введены, чем в стране в целом. И уже третью неделю подряд мы отмечаем снижение общего количества пациентов, как находящихся на амбулаторном лечении, так и госпитализированных в стационары. Мы только-только появились у нас в большом количестве свободные койки.